maqov.net. Максимальные скидки подписчикам appleinsider.ru. Привет, друзья! Перед презентацией iPhone 6 ходили слухи о том, что новый iPhone может получить коннектор Lightning, который будет иметь двусторонний USB. И хотя этого на самом деле не произошло, все-таки такой коннектор у нас имеется, и сегодня мы о нем поговорим. Итак, сегодня в нашем распоряжении оказался кабель, который предоставила компания Truefall. С одной стороны этого кабеля мы видим стандартный коннектор Lightning, а с другой – штекер USB. И как мы видим, этот коннектор не имеет ни верхней, ни нижней стороны. Это значит, что мы можем подключать его в USB-разъем, как нам заблагорассудится. И давайте проверим. Сейчас мы подключаем наш iPhone 5s к MacBook'у. Мы делаем привычное движение и вставляем провод в USB-разъем. Теперь мы переворачиваем наш штекер и попытаемся подключить его в этот же самый разъем. И мы видим, что это получается. Как и в первом, так и во втором случае, iPhone у нас успешно заряжается, и при этом система не выдает никаких сообщений о том, что у нас якобы не оригинальный аксессуар. А между тем, на самом деле, этот аксессуар действительно не является оригинальным, то есть его не сделала компания Apple. Но, как мы видим, с этим никаких проблем не возникает. Точно так же мы можем синхронизировать наш iPhone, подключив его к компьютеру Mac. Мы запускаем iTunes и видим, что синхронизация проходит успешно. Точно так же, как если бы мы подключили оригинальный коннектор Lightning. Вот такой интересный аксессуар у нас сегодня был в студии. Приобрести кабель компании Truefall можно на официальном сайте производителя. Желаем вам хорошего дня, подписывайтесь и оставайтесь на appleinsider.ru. Пока!